дыры, заклепки, заплатки, дрань да рвань. Вот последний визг сезона. Голливуд и джетсет, как всегда, впереди планеты всей. Destroyed look — это дорого. В хороших бутиках рваные изношенные джинсы стоят по 800 евро и больше. Это же ручная работа от и до. Мастера рвут джинсы, трут их щетками и напильниками. Грязь, деготь, краски — все идет в ход. Процесс может длиться неделями. В результате мы и получаем destroyed look, что и требовалось доказать. На самом деле, рваные джинсы в моде уже давно. Но Клаус Мец, руководитель международной школы моды Esmod, усматривает в этом тренде и новый аспект. Время ускоряется, время бежит. Зачем ждать, пока джинсы состарятся? Проще сразу старые купить. Вы подчеркиваете, что вы против истеблишмента. Впрочем, рваные джинсы можно и с прекрасным пиджаком от Армани носить. Еще один тренд – лоскутные джинсы. Их включили в свои коллекции такие лейблы, как Chloe и Trussardi. Тренд тоже не новый. Такие джинсы Джейн Биркин еще в 70-е годы превратила в культ. А вот эта куртка 80-х годов. Новое в том, что заплаты из старых гардин, пледов и джинсов. Есть тренд, нужно название. Взяли японское слово «бора». Такие куртки носили нищие крестьяне на рисовых полях. Ну, чем не лоскутное одеяло и половички в послевоенной деревне? Но, оказывается, и в тришкином кафтане можно усмотреть общественную тенденцию. Выросло новое поколение потребителей. Они заботятся о бережном расходовании ресурсов. Что проще? Берем старые джинсы, две или три пары, делаем новые. Выглядит модно, круто, и ресурсы, так сказать, экономятся, и совесть чиста. Вот новый тренд. Тренд номер три – аксессуары из джинсы. Обувь, корсажи, сумки. Разве что зубы и джинсы пока не делают. Не пугайтесь, увидев такой джинсовый перебор. Так и задумано. Джинсам все возрасты покорны. Это самый яркий пример мировой революции. Диктаторы пытались упаковать народы в униформы, а джинсы сами пробились. Джинсы – культурно-общественный феномен. Они уравняли все народы, все слои населения. Вот в этом их прелесть. Так что надевайте джинсы к любому удобному и неудобному случаю. Пиджачок сойдет и кашемировый от Босса или на худой конец Версаче.